Так, ну чё там, нормально всё? Да, вроде бы, да. О, всем привет, дорогие друзья, вы на канале Магвайчик, и сегодня мы поиграем с вами в игру Farming Simulator 17. Давно меня не было на канале, но я всё-таки, ребят, решил вернуться на YouTube. И да, я за это извиняюсь, потому что меня не было месяца два, а то и больше. Вот, поэтому сегодня у нас продолжение рубрики «Жизнь 90-е». И сегодня у нас будет РП, то есть мы поехали в деревню, в другое село к бабушке и дедушке. И что-нибудь у них там посмотрим, поделаем. Какие-нибудь развлечения, может, поищем, ну, в общем-то, посмотрим. Что бы я вам хотел показать, то, что изменилось, так это вот то, что я продал, ну, как продал, то есть не продал, а, ну, вот он загружен, я сейчас расскажу об этом. Барана, загружена уже. И вот он, культиватор новый стоит. В общем, я купил этот культиватор, накопил денег, потому что, ну, блин, как-то она вот очень маленькая, и ей не очень удобно работать. А вот этот культиватор большой, и он очень хороший. В общем, про этот как раз я рассказываю. У дедушки, они поднакопили, бабушка с дедушкой, денег, и дедушка собирается купить трактор, ну, чтобы там огород спахивать себе и помогать другим людям. И так как у него он скоро очень уже появится, я ему решил вот такой как бы сделать подарок и привезти эту барану, потому что она мне вообще не нужна, потому что у меня есть культиватор. Вот, поэтому сейчас я тогда закрываю дом. Так, все. Ну, Кировец закрыт, и Копейка тоже закрыта. Все, закрываем тогда ворота, и сейчас едем в другое село. Это карта Курай, на которой я сейчас играю, а к которой мы будем ехать, это село Шевченково. Все, можно так садиться. Вот такой крас. Салон, естественно, все абсолютно хорошо сделано, проработано. Заводим тогда его. Да, конечно, я согласен, да, очень плохо я ее погрузил. Но я на это потратил минут 10, наверное. Все, я завелся. Можно уже уезжать. Вроде бы как все позакрывал. Так, аккуратно. Не уронить бы ее. Все, поедем тогда по грунтам. И когда я буду заворачивать уже на поворот, я тогда включу запись. Остановился я, ребят, значит, сейчас тут на повороте. И, блин, вот это вот, что бы я хотел вам показать, так это то, что я барану немного деревом сдвинул. Она вообще теперь в другую сторону развернута. Я думаю, конечно, это ничего страшного. Главное, что она... Ой. Главное, что она лежит и не упала. Я стремился, значит, посмотреть, что это такое вообще. Я, на самом деле, не знаю, что это такое. Напишите в комментариях, кто это, что это такое, кто знает. Она такая ржавая. Да, вроде бы это ржавчина, да. И вот здесь она цепляется, наверное, к чему-то. И что это такое вообще, я не понимаю. Я сначала подумал, что это вроде бы что-то волковые жатки, но это, наверное, и далеко не она. Ладно, давайте поворачивать. И поедем сейчас дальше. Сейчас мы, ребят, уже заворачиваем на поворот, и я сейчас выключу тогда запись. И уже включу, когда мы будем в селе Шевченково. Вот он, этот поворот. Все, тогда сейчас спускаемся, и я выключаю запись. Сейчас, аккуратненько. Я вообще боюсь ехать просто с этой бараной. Она в любую секунду может отскочить, и все. И как бы абсолютно все. Ладно, давайте уже заворачивать будем. Все, тогда. Выключаю запись. Ну что ж, ребятушки. Сейчас я уже нахожусь в селе Шевченково. Ну как же в селе Шевченково? Сейчас уже будем туда подъезжать. Вот, слава богу, что хоть я не обронил барану. А то было бы не очень хорошо. Так, вот здесь направо. А вот тут сейчас налево нужно будет заворачивать. Я на самом деле давно у них не был. А сейчас вот решил как раз и, так сказать, подарочек сделать. Ну и погостить приехать. Помочь там дела какие-то повыполнять. Нужно сейчас аккуратно ехать, чтобы ее не обронить по дороге. Так, нужно сейчас... Ну, в принципе, я понял, куда ехать. Немного посмотрел.
Сейчас будем подъезжать. Получается, ну вот он этот поворот. Кстати, вот он их дом уже. Вот он, слева. Вон там стоит грузовичок. Ну, какой грузовичок, вы сейчас увидите сами. Все, тогда поворачиваем. И, кстати, я думаю, что пока что... Так, стоп, аккуратно. Пока ж нету трактора еще у дедушки. Поэтому я, наверное, просто тут трал ставлю. С бараной. И на кразе уеду. Ой-ой-ой, аккуратно. Вон, ворота у них открыты. Ну вот, он их дом, все, понятно. Тогда сейчас налево здесь заеду. Все, ребят, я зашел, поздоровался уже с бабушкой и с дедушкой. И сейчас я вам покажу, что у них есть из техники. То есть, ну вот сразу вот, что я вам покажу. Так, нужно ворота закрыть, попросили. Все. А то ходит тут, смотрит. Все, вот, получается, вот такая вот Нива. Есть вот такие фары, дополнительный багажник на крыше. Сюда можно что-нибудь складывать. И прицеплять. Ну, фаркоп, естественно, все такое хорошее. И вот такой вот салон. Вот такой салон у этой Нивы. Тоже очень все хорошо проработано у этого мода. Поэтому как-то вот так. Вот такой мотоцикл Урал. Очень интересный мотоцикл. Я даже, наверное, потом... Да чё потом, прямо сейчас-то и покатаюсь на нем. Я, кстати, вот попросил ключи сразу от этого мотоцикла. Во, Урал М67. Вот такой вот. Я сижу на нем. Вот. Давайте его заводим. Еще и не сразу завелся. Все. Можно попробовать покататься на нем. Так, кур не задавить. Самое главное, кур. И припарковал я, значит, Урал. Я думаю, с дедушкой отцеплю трал. И... Поставлю его, оставлю. Очень интересный мотоцикл, посмотрите просто. Вау, мне прям очень нравится на нем покататься. Я, наверное, потом еще прокачусь, я так просто круг сделаю, покатаюсь. Очень офигенно просто вообще. Давайте вот туда поставим. Ой-ой-ой. Вот тормоза хорошие, это вот самое главное. По селу так кататься хорошо. Все, давайте тогда его глушим. И покажу тогда. Вот еще есть прицеп. Ну, конечно, цветы в нем растут. Без этого никуда. И вот такой вот ЗИЛ 130. Это очень хороший мод. Ну и вообще сам, как бы он хорошо сделан. То есть все как просто в реальной жизни. Можно открыть капот и да. Тут тоже все хорошо сделано. Даже добавили такой скрипт на открывание капота. Посмотрим салон, он открыт как раз. Вот такой. Все очень хорошо, даже потолок какой-то странный, ну ладно. Руль обтянут. Ну, в принципе, давайте сейчас, наверное, тогда отцепим сейчас с дедушкой трал. И я попрошу какое-нибудь задание, чтобы они мне дали, потому что, ну, а что мне тут все равно делать? Посмотрим тогда, может, чем-нибудь позанимаемся. Ребята, только что, значит, я спросил у бабушки, что можно поделать здесь. И она, в общем-то, сказала, что можно будет сейчас поехать на этом зилу в лес и нарубить им дров. Я сейчас думаю, этим как раз делом и займусь, потому что я хочу помочь бабушке и дедушке. Все, садимся в зил, закрываем дверь. И сейчас будем двигаться. Кстати, да, отсоединили мы трал. Вон он стоит крас. А трал, вон он. Сейчас я вам его покажу. Вон он стоит трал. Поэтому давайте сейчас поедем. Так, вот нам нужно вон туда, насколько я помню, ехать. Да, нужно ехать туда. И мы сейчас будем именно рубить дрова, колоть. И где мы выезжали на кразе. Оттуда прям будем. Тут сейчас поворот уже. Вы посмотрите, как он едет быстро, а? Это ж вообще офигенно просто, абсолютно хороший мод. Этот мод, кстати, он очень-очень популярный, и я у очень многих ютуберов видел его.
Тогда я думаю, сейчас где-нибудь найдем. Хотя, что тут искать? Ну вот, прямо вот здесь можно сейчас остановиться. Я не знаю, конечно, можно ли это делать, но мне кажется, все-таки нельзя. Но мы сейчас так, по-тихому. Я думаю, никто и не заметит. Так. Ну, о! А вот это вот хорошее место. Мне уже прям это нравится. Только вот колеса жалко, нужно будет по обочине ехать. Все, я прям сейчас вот так вот прямо заеду. И можно будет складывать уже, начинать колоть дрова. Рубить деревья. И будем сейчас складывать, значит. В кустик заехал, надо выехать отсюда. Все. Значит, сейчас я думаю, тогда что, прямо сейчас тогда буду начинать рубить дрова. И когда уже хоть, ну, нормальную часть наколю, нарублю, то я уже включу запись. Сейчас, ребят, я занимаюсь этим самым процессом и рублю деревья. Я решил вам показать сам этот мод на топорик мой. Я его показывал в первом самом видео на этом канале. Вот, про Farming Simulator 17 оно именно было. И сейчас покажу, как этим топориком... То есть, какой это мод. На самом деле, он тоже, естественно, очень хороший. Потому что, если бы это был плохой, я бы его не выбрал. Так, нужно сейчас найти, где можно тут... Да, блин, ё-моё. Во! Оп. И вот так вот сейчас буду деревья все рубить. Ну, не все, конечно, которые поместятся в кузов. Вот так. Нарубил я, значит, уже вот столько вот дров. И сейчас, думаю, уже можно будет уезжать отсюда. Так, я устал сильно, поэтому и жарко. Надо открыть вот люк. Два сразу открою, потому что они маленькие. И все, буду отсюда уже выбираться из этого леса. Сейчас отсюда. Я переехал в другое место. Не там, где мы сначала начинали рубить. Так. Ну и по обочине вот так вот поедем. Я же туда еду. Да, все нормально. Сейчас будем подъезжать тогда к дому. И не знаю, наверное, уже будем заканчивать. Потому что что еще делать? Заворачиваем мы уже к домику. И сейчас тогда поставим ЗИЛ. Ну и пойдем бабушке, дедушке домой. Побуду у них там тогда еще часик. Ну, полтора. И поеду обратно. Да что такое? Почему они под колеса-то лезут, а? Как мне тут проехать? Все, проехал вроде нормально. Все, глушим ЗИЛ и пойдем тогда домой, побудем еще. И потом уже тогда только поедем домой. Все. В общем, все, побыл я уже с бабушкой, с дедушкой дома, и уже пришло время уезжать. Сейчас тогда я сажусь в КРАС, и еще кое-что я вам покажу, один секрет. Уже на карте Курай он будет. Я думаю, он вам понравится. Потому что, ну, как бы, в общем-то, потом вы все сами поймете уже. Давайте тогда садимся в КРАС. И все, заводим его. Включаем фары. Угу. Это еще... Так, что это? Ладно, все, вот я включил. И тогда поедем. Поедем сейчас через другую дорогу. Выезжаю, значит, сейчас уже на дорогу с грунтов. И будем сейчас поворачивать налево и ехать в село Курай обратно домой. Все, поворачиваем. И сейчас в конце там уже будет выезд, ну, где там дальше дорога, на которую я уже не буду снимать. Все тогда. Сейчас выключаю запись, потому что мы уже подъезжаем к выезду. Так, ребят, ну все, я уже выезжаю с грунтов, поворачиваю уже на трассу и уже нахожусь в городе.
уже нахожусь я на карте Курай. И сейчас я вам покажу этот самый сюрпризик, про который я вам говорил. Кстати, вот мы к нему уже и подъезжаем. Вот он. Это гараж. Я не знаю, догадались вы уже или нет, конечно. Но мне что-то подсказывает, что вы еще даже и не догадались. Так, все, давайте перепаркуемся сейчас. Потому что мы же на время. Все, выключаем свет. Глушим. И вылазим. Значит, ребят, смотрите. Да, ребят, это именно та самая Нива, которую я отгонял в город, ставил ее ГИБДД. И это, да, это та самая Нива соседа. Она очень сильно изменилась. Давайте вот напишите в комментариях, кто заметил, что в ней изменилось. Посмотрим, сколько людей, которые заметили. И да, вот очень интересно, но тут номера такие же, как и у бабушки и дедушки Нива. И вообще она в целом похожа. Ну тут, конечно, вот и в том селе, и тут, в Курае, такая Нива популярная очень машина. И поэтому вот такая вот машина, я не знаю, потом уже... Наверное, уже мы ее отгонять не будем. Уже сам сосед, как собственник, приедет за ней и отгонит. И потом, я думаю, уже в следующей серии, наверное. Потому что она уже полностью вот сделана. Ее доделали, может, день назад, но у него еще нету времени приехать за ней. Вот. И он ее заберет и поедет. И в следующих сериях, я думаю, вы уже ее сами будете видеть. Вот, поэтому, ну, все, давайте тогда выходить отсюда. Так. Все, тут все сделано, тут охрана, вот тут, вон там есть и рабочие, поэтому все в безопасности. Давайте садимся в КРАС и поедем уже домой. Все, Локурай. Включаем фары. И уже поедем. Сейчас я нахожусь уже в селе Курай, и сейчас вы, наверное, не понимаете, пока куда я еду, потому что я сейчас еду именно не домой, а заворачиваю направо. Направо я заворачиваю потому что я сейчас еду на базу. Я как раз оставлю на базе, не хочу его оставлять под двором на ночь, а поставлю его сейчас, загоню в гараж. Вот. Брат сейчас охраняет территорию. И не знаю, найду я его сейчас или нет. Вот его, кстати, машина стоит, восьмерка. Это просто обалденная машина. Вы посмотрите. Просто вообще очень крутая машина. Поэтому давайте сейчас моя копейка вот тут, насколько я понял, он сказал, стоит. И давайте сейчас тогда будем как раз загонять сюда. Так, глушим. Наверное, да, он по территории ходит, охраняет. Не буду его тогда тревожить, пугать. Все, ключи у меня, а у него вторые ключи есть. Все. Выезжаем отсюда. Кстати, вот, я говорил в некоторых сериях, что на базе не вся техника. Вот тут стоит техника. И то это не вся. Потому что, ну, как бы она тут вся, но в гаражах еще стоит. Вон тех, я не буду туда заходить, уже ничего показывать. Как-то загоняю сейчас КРАС. И поедем отсюда домой уже. Все. Можно уже отсюда уезжать. Так, посигналю ему. Думаю, он услышал. И все, поеду домой сейчас. Уже время 22:16. Да, вот это мы съездили погостить. Что помогли, дела повыполняли, которые попросили.
собаки потому лают постоянно. И сразу ребятам расскажу, потому что у некоторых, наверное, возникают вопросы, почему на машинах номера нового образца уже, потому что сейчас жизнь 90-е, как бы, как я обычно говорю, и на машинах вот такие вот номера, то есть уже стоят новые. Не такие, как на старой Ниве соседа были, и как вот сейчас на восьмерке были. Потому что, ребят, я все равно стараюсь выбирать самые лучшие моды, тем более рубрика очень интересная, я думаю, и я очень много сил вкладываю в нее. Я выбираю моды самые лучшие, и то, как бы, я думаю, вы понимаете, да, что не каждый мод имеет такие номера, и не каждый имеет опыт работать в редакторе. Потому что, если бы я умел, я бы, естественно, эти самые номера переделывал. Не знаю, может, потом как-нибудь я научусь это делать, но как-нибудь в другой раз. Не забывайте, ребят, ставить лайки и подписываться на мой канал. И сразу ставьте колокольчик на канал, чтобы не пропускать новые видео. Потому что, я думаю, уже скоро будет на канале новое видео. Всем удачи, всем пока.